Нет возражений? Нет, все отлично, мы начали запись. Отлично. Значит, добрый вечер еще раз. Значит, давайте так. Отрывочек, он из другой книги, из Урота Кодеш Гимел. Он сложный, и язык немножко сложный. Это первая проблема. Вторая проблема, мы сейчас будем делать абсолютно неблагодарную работу. Мы сейчас будем стихи разбирать их в математике. Это тоже не есть хорошо, но другого пути у меня, по крайней мере, нет. Мы познакомимся также с языком Рава немножко, таким очень высоким. И действительно там будет вся чертовщина, которую мы хотим или нет. Не просто так я упомянул там роковые яйца и все такое прочее. Теперь, тема. Это то, что мы упомянули на прошлом уроке про строение души человека и борьбе внутренней в душе человека, которая происходит. Значит, более-менее после всех этих вступлений давайте приступим к тексту. Всем виден текст и виден хорошо и полностью? Или вот так лучше? Натан, ответ за всех. Окей. Видно все хорошо. Тогда давайте начнем. Война разума и теней. Необходимо всегда воевать с тьмой. Освобождать себя от власти страстей, от силы слепого зла, бьющегося и скачущего, летящего и парящего в мире, распространяющегося всей мощью размах своей тьмы на тело человека и все его силы, простирающего над ним свои многочисленные тени, тени двойной темноты. Как вы видите, язык очень поэтичный, очень аллегоричный. Давайте попытаемся разобрать до сих, о чем идет речь. Страсти в человеческой душе. Тени двойной темноты, чем Рав закончил наш абзац, это не просто так. Сейчас Рав раскроет, о чем идет речь. Обычно, кстати, очень часто Рав... Первое предложение, это вводное, оно не должно быть понятным вообще, потому что Рав его, это как бы заглавие. Рав его идет и раскрывает. Значит, двойная темнота, это не просто так. Мы сейчас прочитаем дальше, что имеется в виду. Это две разные силы. Теперь, слепого зла – это тоже не просто метафора. В нашей традиции, в Кабале, зло, оно действительно, оно действительно слепо, оно употребляется очень часто в смычке со слепом. Это, допустим, как это, слепое какое-то чудовище, слепое крокодил, что-то такое, да, употребляется у Рава, и, насколько я понимаю, употребляется в Кабале, именно зло, оно описывается словом слепой, это тоже не просто так. Ну, в общем-то, до сих это классика. Нам нужно воевать со своими страстями. Хорошо. Попытаемся продвинуться дальше. Это материальная страсть и духовная темная страсть.
Но не та духовная страсть, стремящаяся к небу, к святости, ввысь, к чистому и светлому, а та духовная темная страсть, которая есть порождение материальной страсти, препятствующая любому свету из высших святых святов. Чтобы не распространился, не проник в душу и в мир. Она подвергает сомнению любую высшую уверенность, силой своей тьмы, покоящейся на основе лжи, которая не устоит. Однако, таким образом, строит у нас собственные чертоги в мире, строение зла и глупости, усиливает представление человека затемненное мировоззрение настолько, что любой свет мира становится ему чужим. И вся работа человека – спасти из этих развалин, прибежище смертных теней и могильного ужаса, из этих скверны, от тьмы материального и тьмы духовного, проникающих одна в другую, связывающихся и спаривающихся вместе, чтобы породить детей зла, семя лжи. Итак, как мы сказали, две силы страстей – это две разные силы. Это страсти духовные и страсти материальные. Как только мы упомянули духовные страсти, мы сразу делаем оговорочку. Не все страсти плохи. Есть духовные страсти темные, а есть духовные страсти светлые. И они хороши. Так вот, мы сейчас говорим про духовные страсти темные и также материальные темные страсти. Итак, что они делают? Они работают вместе. Они работают вместе. И они препятствуют высшему свету проникнуть в душу настолько, что он становится ей действительно чужой. Вызывают удивление и отторжение. Она подвергает сомнению любую высшую уверенность. Здесь я хочу остановиться немножко дольше. В общей культуре на сегодня сильно мы как бы возвеличивается сомнение, критическое мышление. И это неплохо. Все, что тебе дают, подвергать сомнению. Теперь в нашей традиции, в классической, наоборот все. Мы больше любим уверенность. Уверенность в Боге, уверенность в чем-то – это хорошо. А сомнение – это плохо. У Рава, как всегда, и то, и другое, есть ему место, и у каждого есть свои ограничения. Где-то хорошо быть, хорошо уверенности, а где-то хорошо пользоваться и сомнением. Есть две силы, они обе, безусловно, важны для продвижения человека. В данном случае мы идем по классической схеме. Мы говорим, что в нашем случае вот именно сомнение, оно сейчас орудие в руках темных сил, которые подвергают любую высшую уверенность сомнению. Да, это ложь, которая не устоит, но пока она строит свои чертоги. Строение зла и глупости и усиливает представление человека затемненное мировоззрение. Это плохо. Итак, а в конце у нас тут на самом-то деле самая главная и важная вещь. И вся работа человека – спасти из этих развалин, прибежище смертных теней и могильного ужаса, из этой скверны, от тьмы материального и тьмы духовного, проникающих одна в другую, связывающихся и спаривающихся вместе, чтобы породить детей зла, семя лжи.
Самая большая проблема, что две эти силы действуют вместе. Не только вместе, они и переплетаются, и спариваются вместе с тем, чтобы породить еще большую гадость. Вообще, язык каббалы сам по себе, он достаточно часто употребляет именно символы, именно вот спаривания. Когда две силы порождают третью, вот как бы она, по-русски это будет звучать так. То, что на языке каббалы, как бы, скажем так, отдает немножко клубничкой эротикой, по-русски звучит, что две силы порождают третью. Из этого и этого происходит то-то. Итак, наша проблема, она в том, что две наши темные страсти, материальная и духовная, работают вместе, и не только работают вместе, от их совместного, как бы так сказать, общения проистекает еще больше гадости. Это наша проблема. Соответственно, я сейчас спрошу вопрос. Как же нам бороться с этими страстями? Конечно, те, кто нам помогал в переводе и уже знают, о чем идет речь, не подсказывают. Но для всех остальных я буду очень рад. Что вы думаете, как нам победить эту гидру? Это чудовище. Радзе действительно не постеснялся, не поскупился на слова, обрисовывает двойную темень и ужас, и могильный склеп, и чего тут только нет. Самое, не знаю, «Властелин колец» или что тут у нас сейчас было, «Война престолов». Все, что хотите, это самое. Да? Роковые яйца у нас появятся скоро. Итак, ваши идеи, пожалуйста. Как нам бороться с этой темной силой? Когда страсти материальные и духовные работают в паре вместе. Надо, нам можно глупый вопрос? Можешь определить? Нельзя. Вопросов глупых не бывает. За такое буду бить сразу и сильно. Вопрос хорошо, мой. Хорошо, давай. А предисловие по поводу глупости я буду решать. Если вижу, что вопрос глупый, так и скажу. Можешь определить, что подразумевается под духовной страстью? Ну, хотя бы какой-нибудь пример. Ой, сложный вопрос. Сложный вопрос. Жаль, что нет текста перед глазами. Ну что ж, это можно исправить. Полминутки, сейчас я вам дам текст. Пока ты ищешь, я могу предположить, что любая гидра обезглавливанием убивает. Это, конечно, хорошо. Тогда у меня будет вопрос, из какой стали ковать меч, из чего делать доспехи, где найти коня, щит и так далее. Как бы все хорошо, конечно, что ее нужно обезглавить. Но... Секундочку. Так, мы, значит, здесь. Так, пожалуйста. Натан. Для всех желающих в нашей группе. Натан. Да. А вот вы сказали темные силы. А что это они темные? Как их, значит, надо сравнить с чем-то, чтобы понять, что они темные? Мы сравнили. Сейчас я отнесусь к вашему вопросу. Как мы знаем, что они темные? Сперва я хочу отнестись к вопросу Елены. Он действительно очень важный и серьезный. Давайте сперва ответим по-простому. По-простому не знаю. А сейчас я объясню немножко по-сложному. Рад здесь говорит общими вещами. Давайте сперва поймем общие вещи, а потом попытаемся понять у этих клалим, у этих общих вещей, какие уже примеры привести. Я тоже думал, для части я чего-то нашел, для части нет. Попытаемся сегодня сделать так, пройти эту главу дважды. И в первый раз мы хотим, мне важно понять общую идею. После этого мы попытаемся дать примеры. Если мы сможем дать пример, значит, что мы более-менее поняли. Но вся глава идет
В общем, это неспроста. А? Так что на пока я ваш вопрос оставлю без ответа. Теперь Таня, Татьяна, значит, вы спросили, как мы знаем, что они свежие, что они темные? Ну, знаем. Обычно человек знает. Я не... Вот Нехама со мной не согласна. Хорошо. Тогда я сдамся и скажу, что не знаю. Нехама, добавьте свои, что вы хотели сказать. Ну нет, если ты считаешь, что нужно оставить это как пример или там разъяснение, что именно, что такое духовная темная страсть на дальнейшее, то оставим дальнейшее. Но человек не всегда знает, например, в отношении и как физических страстей, так и духовных, они могут быть совершенно... Я согласен, что не всегда знает. Я скажу, что он обычно знает. Скажем так, больше, мне кажется, что в большинстве случаев он знает. Иногда, может быть, нет. Да, Раф Казовский давал пример, может быть, это не совсем подходящий, но, может быть, что-то как бы в этом духе. Он приводил в пример, я уже не помню, два хасидских направления. Какие? У них совершенно противоположные установки были, к примеру, как жить в этом мире. И это было очень видно по их хасидам. Так что у одного хасидского направления все были вот такого размера. Женщины, мужчины, все ужасно толстые. И они там считали, что чем больше ты наслаждаешься этим миром, там, ешь от пуза, и чем больше это все прекрасно. А в другом хасидском направлении они ужасно все тощие и стараются есть по минимуму, потому что считают, что это... не надо вот эти страсти там, к еде или к наслаждению. Человек должен, как это сказать, ей совладать, ей управлять, есть только сколько ему нужно для того, чтобы быть необходимым служить Богу. Тут нет ответа. Ни один, ни другое направление, оно не предано ферму. Просто есть разные подходы, как относиться к какой-то вот такой простой, всем знакомой страсти, к тому, чтобы вкусно и много поесть. Одни говорят, это классно, ребята, будем обжираться, а другие говорят, съешь немножко, полезно. То, что тебе нужно для здоровья. Давайте. Но если естественная тшува, то нельзя обжираться, в принципе. Нет, это не обязательно вредно. Некоторым это не вредит. Я не знаю, я в принципе говорю, это же идеологическая такая штука. И одни расценивают эту страсть позитивно, а другие говорят, она позитивна только до какого-то предела, а дальше она негативна. Ну, я не хочу далеко уходить. Я просто говорю, что это совершенно не очевидно. Во многих случаях... Может быть. Считаешь, его вот страсть куда-то тащит. Это правильно, если мне это хочется. Я вот совершенно идеальный, я совершенно совершенный. Если мне хочется так, значит, это хорошо. Это очень классный случай. Давайте сделаем так. Давайте пойдем за предположением, что... Более или менее нам понятно, что такое темные духовные и материальные страсти. В конце, на втором цикле мы попробуем дать им примеры. Я принимаю, что, может быть, есть возможности, и может быть там половина, большая, не знаю, какая часть. Есть варианты, что страсти, они непонятно, что они темные. Я предлагаю для... продвижение по уроку, предположить, как взять как рабочую гипотезу, что нам понятно более или менее, что такое темные страсти и почему они темные. Итак, у нас есть две гадости. Темные духовные материальные страсти, которые работают вместе, и нам с ними нужно бороться. Во-первых, кто он, наш смелый рыцарь, который будет с ними бороться? Второе, как с ними бороться?
А можно я добавлю по поводу, вот когда Нихама сказала, я поняла, что вот они темные именно тогда, когда появляется зависимость. То отлично, есть пока... очень хорошо, здорово. Кто смелый воин, который будет воевать с этим змеем Горынычем? Человек. Двухголовым. Человек. Это тоже человек, эти страсти тоже его часть. Это его... Разум. Разум. Хорошо, отлично. Итак, рыцаря нашли. Правильный ответ, как сказала Ирена, разум. Здорово и правильно. Теперь, как он будет бороться с нашей гидрой? Можно такую аллегорию небольшую? Можно. Рав тут наш столько уже аллегорий дал, что еще не жалко. Это твердо стоять на земле и обращать свой взор к небесам. То есть вот такая гармония. Находите, тогда мы сможем что-то вот... Ты согласен с тем, что воин – это разум? Да, да. Да, то есть разум стоять на земле и обращать взор к небесам, это нам поможет воевать с этой гидрой. Хорошо. Хорошо. Я вообще, то есть безотносительно наш урок, я очень согласен с этим самым, с тем, что Нихама сказала, все должно быть в меру, надо искать на золотую середину. Мы обязаны слишком уплыть в небо и потерять землю, это плохо, стоять только на земле, это тоже плохо. Это вообще правильно и здорово, безотносительно к нашему уроку. А я позволю себе продолжать быть нудным. Мы нашли нашего героя, который будет воевать с драконом. Это разум. Со страстями будет воевать разум. Как он будет с ними воевать? Наверное, будет как-то договариваться с сердцем. Будет договариваться с сердцем. Хорошо, интересно. Да. Интересно. Еще. Ну хорошо. Многие страсти человеческие, здравствуйте. Многие страсти человеческие, они очень фанатичные. И в основном ведут к нездоровью. Можно обратиться к медицине частенько, к здоровому эгоизму. Итак, разум обратиться к медицине. Как мы уже учили, естественно, в Шува. На самом деле, неплохо. Хорошо. Разум обратиться к медицине. Еще? Ну, тогда давайте дадим слово Раву. И освежающее прилепление к Богу живому в свете Торы и высшей мудрости. В сиянии высшей чистоты, которая нам дарована божественным дыханием с небес, расторгнет нечестивое слияние. И материальные страсти не смогут соединиться с духовными страстями. И каждая из них сама по себе потерпит неудачу и падет перед высшим могуществом, раскрывающимся в свете души, от глаза Божьего в мощи, вздевающего всегда ко всем цельным сердцем, выпрямляющим пути свои. Оставьте неразумие и живите, и будьте счастливы на пути понимания. Когда простой прямой разум действует в душе человека, ему нужно воевать с духом тьмы изначальных необработанных страстей, которые всегда разрушают построение разума и прямоты в начале их формирования. Итак, обратите внимание, здесь очень просто потерять как бы нить рассуждения за высокопарным языком, за высокопарным словом. Но я специально здесь
подчеркнул, выделил курс жирным, главные, опорные для моего понимания слова. Итак, мы в мудрости выше чистоты, могуществом раскрывающим свете души. Итак, путь борьбы со страстями – это расторгнуть их союз, разделить страсти материальные отдельно, духовные отдельно. Тогда каждая из них сама по себе не устоит. Перед кем? Здесь Раф упомянул душу. На следующем предложении – разум. Я понимаю, что имеется в виду здесь разум. Итак, разум сможет справиться со страстями в душе человека, если сперва силой разума или силой души, прилеплением к Богу, как мы хотим, да, нам поможет разъединить и разделить эти страсти, каждую в свой угол. И тогда каждый из них уже соединяет. Так они друг друга подпитывают, друг другу помогают, и тогда с ними сражаться очень сложно. Какой путь борьбы, который предлагает Раф, это разделить одну часть страстей, которую мы сказали материальную, от другой, духовную. И, соответственно, царствовать должен разум. В скобочках, не являясь хабадником, насколько я понимаю, это у нас концентрат именно хабада. Что говорит хабад? Хохма бина дат, что именно дать разуму власть над всем остальным, над воображением, над чувствами, над страстями. Чтобы главным был разум. Он, и тогда, тогда человек выглядит, построен правильно. Разум должен быть сперва, разум должен властвовать. Это у нас направление Хасидут Хабад. Настолько, насколько я понимаю, что называется, присматриваясь издалека. Рав говорит, все правильно и хорошо. Мы должны со страстями правильно работать, их разделить. После этого они уже не смогут с нами бороться. Мы, разум, да, сможем с ними, с каждой по отдельности уже разделиться. Опять-таки здесь есть действительно душевное движение, прилепиться к Богу, получить какие-то силы и так далее. Но основа того, что мы сказали, настолько, насколько я понимаю, это именно слова разделения. Мы здесь прочитали сейчас очень много слов, очень высокопарно высокий слог. То, что я понимаю, если это просеять, самые главные слова, это, опять-таки, на мой взгляд, то, что я подчеркнул. Задача разделить. Это не просто так. С разделением мы встретимся на следующем витке. Опс, я, по-моему, сболтнул чего-то лишнего. Можно я скажу что-то? Да, конечно. Мне кажется, что разум у нас был и до этого. То есть ты сам сказал, что человек понимает, какие его страсти темные, как духовные, так и материальные. Это, для этого необходимо задействовать разум, иначе он не может разобраться. То есть, если... Мне сказали, что не было разума. А? Я не сказал, что не было разума. Значит, был. А тут он подчеркивает, что разум должен что-то сделать еще. Он сам с ними справиться не может, этот разум, как я понимаю. Он понимает, они, оказывается, его в каком-то смысле сильнее, эти страсти. Рыцарем или, да, не знаю кем, может быть, он и рыцарь в данном случае, не знаю, не стоит ли продолжать аналогию, но прилепление к Всевышнему – это то, что помогает сделать это действие, а разум сам по себе, он, оказывается, как я понимаю, не... Может быть, безусловно, и тогда получится, что наш рыцарь – это душа. Как вот мы сейчас прочитали,
раскрывающемся свете души, от глаза Божьего в мощи и так далее. То есть тогда наш рыцарь – это получится душа. Да, и на самом-то деле у нас текст совершенно не простой, соответственно, как бы вмещающий в себя понимание и так, и так. Я не претендую, безусловно, на истину в последней инстанции. Именно поэтому мне так же важно, чтобы мы это прочитали, по крайней мере, дважды, с тем, чтобы у нас сложилось целостное впечатление, потому что мы читаем, и очень часто Раф раскрывает дальше то, что он хотел сказать, а если мы, то есть, строить предположение до этого, иногда просто не имеет смысла. Так что я принимаю, безусловно, то, что здесь написано, это прилепление к Богу, но здесь у нас хидуш, да, что у нас снова сказано, что как работать, да, прилепиться к Богу, но вот и инструмент разделения, и это как бы то, что я хотел подчеркнуть. Теперь еще одно введение. Здесь мы начинаем отрывок, который я понимаю меньше. Я не понимаю, почему это происходит, поэтому мы это прочтем немножко быстрее и перейдем к концу, потому что там у меня в конце есть очень важное в моем понимании добавление. Но то, что мы сейчас будем читать, я сразу говорю, я понимаю меньше и буду очень рад сейчас или потом, потом, не сейчас, потому что сейчас я хочу продвинуться вперед, получить действительно, что вы думаете, почему это и как это работает. Так, значит, в сложном тексте сейчас мы еще приступаем к непонятному совсем отрывку, совсем хорошему. Когда простой прямой разум действует в душе человека, ему нужно воевать с духом тьмы изначальных необработанных страстей, которые всегда разрушают построение разума и прямоты в начале их формирования. Особенно он ставит препятствия практической реализации представлений разума. Там он оставляет свой яд, свои змеиные яйца, которые развиваются так, что начинают извиваться по-змеиному в практической реализации, в теориях, происходящих даже из глубокого понимания и постижения. Война и осторожность должны быть в начале развития мысли, в той части, где она приходит к практическим выводам. Там подстерегает змей соблазна, чтобы разрушить мировую ограду, заняться злом и глупостями. Там ужалит в пятку. И прямые сердцем обращают внимание на свои пути с помощью высшего мужества. И в практических выводах призывают они еще больше помощь от святости. Так. До того, как мы начнем это еще раз сейчас учить, я, видимо, отсюда я тяну собственное понимание того, что вот именно эта война, она происходит между разумом и страстями. Раф здесь пишет, что основная опасность страстей – это именно там, где есть точка фазового перехода. Окей, так. Именно на стадии перехода от мысли к реализации. Я, если честно, не до конца понимаю, почему. Но здесь нужно. И вот, но наш воин, по крайней мере, здесь, это четко именно разум. Да? Как мы сказали. Разум прямой действует в душе, ему нужно воевать с духом
тьмы изначальных страстей, соответственно, наши два духа. И здесь наши все змеиные яйца и роковые яйца, и все, что вы хотите, здесь у нас как раз есть. Кстати, именно аллегория как зла со змеем, она еще из главы Берешит, и в Кабале тоже змей или крокодил. Это по пониманию очень часто, в общем-то, какие-то слова, которые, может быть, даже какую-то одну и ту же сущность описывают, это зло. Вот именно тот самый, как бы, слепой, как бы, вот, змей, крокодил, это действительно это символы зла, которые используются, и раз здесь литературным языком нам это дает. Опять-таки, точка, которую я меньше понимаю, почему это именно более сложно, именно в переходе от разума к каким-то практическим построениям. Ну, может быть, пока ты там себе думаешь, какие-то идеи – это одно, а когда ты их идешь реализовывать, тебе сразу все, как бы, вот именно, думают, как бы, и так далее, все начинает тебя сразу резко тебя тормозить. О, Нехама хочет меня дополнить, Я, может быть, не очень, но мне кажется, это вообще очень-очень-очень понятно, в принципе. Когда человек излагает идеи равенства братства, оно все прекрасно. Когда ты начинаешь их реализовывать, отрубая головы там своим соперникам, это неожиданно превращается в что-то противоположное. И тоже, например, разница между всеобщей любовью к миру и свободной любовью. Понимаешь, это совершенно вдруг превращается в какую-то другую идею. Именно на стадии реализации, пока ты это все в теории, все прекрасно. Когда посмотрим, как ты эту теорию реализуешь, вот тут эти все яйца, вот тот же самый роковые яйца, пока он строил теории там биологические свои, я не помню уже, какие они их строил, все прекрасно, когда он их там, не помню, что там было, облучал или что, откуда взялись все эти страшные животные. Вот именно в практике оказалось, что это ужасно. Это, по-моему... Отличный пример, но мне кажется, все наоборот. Потому что все эти идеи, они в практике, мы увидели, что они отрицательные. Практика оказалась положительным, а идеи оказались отрицательными. А мы сейчас делаем наоборот. Идеи у нас положительные. И когда они выходят на практику, там вся гадость их тормозит. С ними воюет. Именно там она вкладывает свои яйца, они начинают там... Я неправильно поняла. У нас же были страсти темные, да? Ну, и когда они становятся такими темными? Когда они пытаются реализоваться на практике? Так мне кажется, может, я ошибаюсь. Давайте еще раз. Давайте еще раз прочитаем отрывок. Он... Когда простой прямой разум действует в душе человека, ему нужно воевать с духом тьмы изначальных необработанных страстей. Слыха, здесь... можно сделать шеринг текста? Народ просит сделать шеринг текста, если это ничему не противоречит. Когда перед глазами, то знаешь. Секундочку, я тогда сделаю по-другому немножко, чтобы не перетаскивать, чтобы все было... Можно поворачивать голову, но так всем будет лучше. Нормально? Так в Телеграм скинули текст, очень хорошо читать там. Телеграм не надо скинули. В Телеграм, мы сейчас в Зуме, все видно отлично. Когда простой прямой разум действует в душе человека, ему нужно воевать с духом тьмы изначальных необработанных страстей. Более-менее понятно. Разум хороший, страсти плохие, которые всегда, кто который, это дух тьмы, который всегда разрушает построение разума и прямоты в начале их формирования. Особенно он, дух тьмы, ставит препятствия практической реализации представлений разума. Представление разума, включая практическую реализацию, это хорошо. Да, правильно. Равенство братства, это было хорошо, а в практической реализации влез этот самый дух, темный дух, или там, или страсти всякие, ну, совершенно материальные, да, каждый захотел иметь свое, ну, неважно там.
Я согласен с вами, в принципе, но мне кажется, здесь у нас сейчас наоборот. То есть нет, это то, что вы говорите, это идея была хорошая, а подкачала реализация на местах. У нас есть... Не-не-не, это ее испортило именно темные страсти их испортили, духовные и физические. Вот если бы она реализовывалась то, что разум подсказывал во всей своей чистоте, тогда бы все было хорошо. А в середине влезли темные страсти. Я принимаю ваше... Я принимаю вашу идею. Так я во всяком случае вижу. Так написано, потому что они препятствуют этому разуму реализовать. Я принимаю вашу идею в таком виде. Я скажу, а вы скажите, как вам это звучит. Если бы мы действовали в чистом, духовном, стерильном мире, где нет страстей, все бы эти хорошие, классные идеи здорово бы можно было реализовать. А в нашем ограниченном мире ползают всякие страсти. И поэтому красивые идеи во время реализации наталкиваются на какие-то сопротивления. И оказываются... так себе. Не обязательно на стадии реализации. Они уже на стадии формирования эту заразу, как Раф говорит, прицепляются к ним. Вот эти страсти, они уже на стадии формирования, они имеют какую-то фальшь. Хотя изначально было бы хорошо. Так мне показалось. Нартон, очень хорошо. Да. Мне кажется, важно докопаться до корня намерения на добро, оно направлено или на зло. Ну, а для этого нужно знать, что такое добро, что такое зло. Хорошо. Когда интересно. Человек тренируется, он вот, у него на автомате эта лампочка срабатывает. Он вот говорит что-то или хочет написать, а у него лампочка включается. А ты, в принципе, вот для чего это все сейчас будешь говорить и делать? И чем больше он тренируется, у него это... как бы срабатывает. А если он заглушает, то страсти бушуют дальше и направляются в неправильное русло. Намерение. Значит, хорошо. Намерение — это хорошо. Хочу отнестись к тому, что здесь написано. Как бороться с гидрой? Было написано, гидру нужно заморить голодом, не кормить ее делами, которые подпитывают темные желания. Это мы можем контролировать только на стадии мыслей. Это может быть хорошо, это может быть плохо, потому что заморив гидру голодом, мы вместе с ней можем голодом заморить также все доброе, светлое, хорошее, что в человеке есть. Иногда это тоже инструмент в нашей войне, но тоже его применять нужно аккуратно. И знать, что он тоже может быть опасен. Это инструмент. Итак, с вашего позволения, пройдемте дальше. Мы уже практически... Да, мы уже... секундочку... Так. Значит так. Мы здесь, в общем-то, более-менее подытожили и завершили войну разума и страстей. Предположим, что мы победили. Как мы победили, мы их разъединили. Отлично. Значит, мы получаем переходящее красное знамя и вступаем на следующую войну. Следующая война, она хуже, но ее завершение неинтересно. Итак. И также, как дух страстей мешает следовать выводам разума, также приземленный разум препятствует возвышенным строениям, проявляющимся из источника святости, более высокого и ценного. В сравнении с ним он похож своей материальностью, сокращением силы и ограниченностью на удовольствие, порождение чувств и привычек, на дух страстей по отношению к его собственному уровню. Раф,
Разум победил. Разум победил все страсти. Здорово. И теперь разум претендует на корону. Кроме меня ничего нет. Я, мы хотели, Хаббат мы упомянули, мы хотели, чтобы разум властвовал. Разум дорвался до власти. Чего он теперь требует? Полной неограниченной власти. Я разум, вершина всего постижения, и выше меня нет ничего. И это наша проблема сейчас. Он отказывается признать, что есть что-то выше его. Мерило всего разум. И молотком кувалды разума я могу все разбить, решить любую проблему. Это мерило всего, это инструмент для решения всех проблем. Разум, победив страсти. И, кстати, здесь я извиняюсь перед Нехамой и всеми. Того, что здесь написано, я возвращаюсь к своему пониманию все-таки и пытаюсь его проталкивать. То, что было сказано до того. Разум таки и изначально проталкивал правильные какие-то построения, или то, что ему мешало реализовать это были именно страсти. Победили. Как победили? Мы их разделили. Сейчас у нас мы переходим к следующей, более сложной, более серьезной и более высшей войне. Разум победил, еще называется, дорвался до власти. Теперь он требует, кроме меня нет никого. Я победил все предрассудки, теперь я, не знаю, там, сделал эпидемию от эболы, от чумы, от тифа. От всего, да? Все меня слушайтесь. Я мерила всего. Он не признает, что выше него есть что-то. И что происходит тогда? Давайте дадим еще слово Раву. И это прогрессирующая война против законов, порожденных высшим светом, светом Торы, и Духом Божиим, натрепещущих перед ним и тайна его для прямых, двойная. Опять двойная. Здесь человеческий приземленный разум выступает как воин. Не просто так я просил, кто у нас воин, воевать с гидрой. Это аллегория самого Рава. Здесь человеческий приземленный разум выступает как воин, которого с двух сторон поддерживают во зле оба постоянных его врага. Дух материальных и дух духовных страстей вместе. Однако тот, кто хорош перед Богом, спасется от них. Разум, победив в нашей первой войне, страсти, духовные, как и материальные, разделив между ними, начинает воевать, отрицая, что над ним сверху есть еще что-то. И здесь вчерашние побежденные, вчерашние его враги присоединяются к нему, поддерживают его, разгоняют его и воображением, и чувствами, и всем, чем надо. Ты у нас, единственный ты наш царь, и они ему помогают. Тяжелое положение. Я, соответственно, вернусь к вопросу. Как же нам теперь бороться с таким противником? Кто воин? И откуда нам достать наш волшебный меч? Чем мы будем, какой инструмент воевать? Полминутки. Пожалуйста.
кто воин? У нас будет такой вопрос, да? И что за инструмент? Как мы будем воевать теперь с нашим противником, который очень страшный? Разум впереди, а по бокам страсти материальные и духовные. Я бы воевала словом. Вы бы воевали? Ну, используя слово Торы. Слово Торы. Понятно? Прилепиться к Богу, как в первый раз. Хорошо и правильно. Но прилепиться к Богу дает силы. А нам, мы сейчас ищем инструмент, как нам победить. Но это же был бы инструмент, слово, которое помогало бы видеть цель и смысл всей этой возни, или как ее назвать, этого драйва. Окей, хорошо. Могу сказать, там в предыдущем отрывке, по-моему, там он говорил «Гура Ильюна», там, «Высшее мужество», правильно? Угу. То, что он взял от Всевышнего для того, чтобы разделить их. Ну, это как бы «Гура», разделение, там, ограничение. И таким образом он их разделил и ограничил. Но... Отлично, то есть вы, в общем-то, развиваете идею Тани о том, что слово Богу, говорить какое слово? Слово – это мужество, это высшее ограничение, это высший суд, который мы использовали на разделение. Это мы использовали в прошлый раз, а тут должно быть, видимо, что-то другое. Использовали в прошлый раз, здесь должно быть что-то другое. Хорошо. Ну вот, например, даже качество Всевышнего, которое проявляется. И это тоже помогает. Я должна, как его творение, выше стремиться иметь эти качества. И они должны быть... Качества Всевышнего. Какие качества Всевышнего? Которые перечислены были. Я не помню, Моше было открыто. 13 качеств милосердия? И еще есть книга «Арод», как там дальше, не помню. Ну, если он милосерднее, то и я должна быть, и так далее. Вот эти качества, размышлять над ним. То есть, опять же, к тому возвращаюсь. Какое у меня намерение? Милосердие – это хорошо, я вам напоминаю, что мы на войне. На войне, да, все понимаю. В комплексе смотрим. Смотреть в комплексе – это хорошо. Смотреть в комплексе – это именно наш высший дух, который выше разума. Опять же, намерение, которое... Какой корень намерения? На добро направлено мое действие, в конце концов, породит добро или зло? И знать, конечно, кто мне поможет, что такое добро и что такое зло. Да, вот потому что в предыдущем варианте разум он разобрался, что такое добро, что такое зло, и вот он справился поэтому с этими нехорошими темными силами. А в данном случае он считает, уж точно он считает, что все с ним в порядке. Он так, да, что он в полном добре. Так, единственное, что может здесь как-то повлиять на него, это то, что Рав дальше пишет, я думаю. То хорошо. Спойлеры. Есть печальный разум коронования французского разума. Результат секунды. Ну, не, мы понимаем, что мы уже как это, мы уже самое, как по-русски. За одного битого двух небитых дают. Мы, нас уже хорошо отлупили. Мы уже понимаем, что разум... Смотрите, это очень важно. Это, кстати, хорошо. Мы должны понимать значение слов, которые мы говорим, когда мы говорим, что когда вот есть такой религиозный драйв отменять разум, применьшать разум. А, разум, подумаешь, разум. Это примитив. Но тут нужно действительно разбираться. Мы не за то, чтобы отменять разум. Мы за развитие полного разума. Мы за цельного человека с разумом. И разум действительно это та сила, с помощью которых мы держим в узде, что называется, наши страсти. Раз нам просто помог, как это сделать очень-очень в общем. Раздели их
по категориям, это духовное, это материальное, и тогда тебе будет гораздо проще. Но плохо здесь не то, мы не против развития разума. Мы против именно той точки, когда разум, он претендует на абсолютную власть. Когда разум говорит, выше меня нет ничего, это плохо. Здесь, что такое, как мы определим, что такое плохо? Когда что-либо выходит за свои границы, где так, хорошо это, когда все на своей, в своей границе. Плохо это, когда что-то выходит за свои границы, либо меньше, либо больше. Так вот, когда у нас нет разума совсем, или его мало, у нас есть всякие суеверия глупые, там кошка перебежала дорогу, и всякая другая, там, не знаю, там, всякая эзотерика и другие глупости. Это плохо. Нужно развивать разум. Когда мы развили разум, и он выплеснулся наружу слишком, когда разум говорит, кроме меня нет ничего, вот здесь начинается плохо. Он вылез из своей границы. Его нужно запихать обратно. Так. Предоставим слово Раму. И путь для прекращения этой войны с Богом это прежде всего отсоединение разума от его злых соседей. Необходимо прояснить для него, что не подобает ему водиться с такими друзьями. И тогда он сам возвысится и утонченным внутренним духом осознает свое место. И будет сопутствовать ему благородный дух света святости. И высшая вера, глаз Бога на трепещущих перед ним, снизойдет на него. Есть этаж над разумом. А инструмент, какой у нас меч, да тот же самый, только на другом этаже. Нам опять нужно разделить. И разделение это очень важно. Разделение, то, что называется на иврите бирур, было и в начале, и в конце. Сейчас мы увидим гораздо больше, потому что на первом этаже мы разделили между разными страстями, и что? И ничего. Разум победил, и все. А сейчас мы получим еще от этого дела плоды, процент. Сейчас, секундочку, да? Через два предложения. Но вот это разделение, ты сюда, а ты сюда, каждого в свое место. Евреи здесь, не евреи там. Один народ здесь, другой народ там. Мы не делаем общую кашу. Каждый осознает, понимает, занимает свою нишу, не меньше, но и не больше. Разум, нечего тебе водиться со страстями. Ты выше, ты утонченнее их. Тебе не подобает с ними быть. И тогда разум утончается. Он был у нас приземленным, приниженный. Становится еще более тонким, еще более глубоким и занимает свое место. В этом наша победа. Мы сейчас не хотим, победив разум, его изничтожить. Но более того, сейчас, победив опять-таки разделением, мы получаем еще кое-что очень важное и интересное, как трофей. И тогда потрескаются древние скалы и сравняются извечные холмы. И незаметные духи материальных и духовных страстей начнут отмываться от своих нечистот. Раньше у нас была война. Мы их победили и стали держать в узде. А теперь мы их берем к себе. Это высший этаж, это святость. Здесь совсем другая война. Их самые грязные части попрячутся по норам, а более светлые их части придут служить святости, украшать силу воображения, поднимать пламя чувств сердца. И все помогают небесному служению. Даже духи, даже бесы. Если Господь благословит путям человека,
то и врагов его примирят с ним. Кроме того, сейчас мы пользуемся принципиально тем же оружием, понятно, что на другом совершенно этаже мы разделяем между разумом и страстями результат святости. Кстати, помните наш урок в Твери, где мы сказали, что такое святость? Это то, что мы берем все и пользуемся всем. Это когда мы прекращаем войну с собственным «я», с собственным эгоизмом, когда мы прекращаем сжиматься и начинаем расширяться. Здесь, когда мы пришли на нашу войну, мы не только выкинули побежденных. Разум, что он сделал? Он победил, теперь он правит. Что он делает? Он держит в узде страсти. Когда побеждает высший дух, и в этом его величие, кстати, над разумом, нет ничего, что выбрасывает. То есть, на самом деле, да, есть немножко. Самая-самая шелуха уходит. Как это здесь? По норам разбежалась. Но, скажите, воображение, чувство, это вообще плохо? У нас это действительно в классическом иудаизме воображение и чувство, это как это конек-горбунок, действительно злого начала. Это те силы, с помощью которых злое начало накручивает человека. Но ничего от этого нам не надо для служения святости. Конечно, надо. И святость – это как раз та сила, которая умеет не только победить, а обратить вчерашнего врага в друга. Она берет все положительные силы и стороны вчерашнего врага на службу святости. Только для этого разум должен взять свое место. Опять-таки, что происходит у нас дальше? Со страстями происходит опять бирур, опять разделение. Ихняя нищая часть забивается по своим норам и не высовывается. А верхняя часть идет служить к святости. К сожалению, мы не успеем пройти еще раз по тексту. Это будет домашнее задание. Мирский цикл. Там очень много интересных идей. Но одна из них, там высшее служение – это разум. С чем мы сейчас спорим? Роковые яйца – это понятно. Как они здесь у нас? Теперь я хочу вместо того, чтобы прочитать это еще раз, я хочу сейчас действительно пару минут общие замечания построения. И действительно, обратите внимание, мы сейчас говорим очень-очень в общем. У нас практически нет примеров, но мы сейчас прошли снизу вверх или сверху вниз строение души человека и способы войны в будничном и в святом. Первая война – это война в будничном, когда разум побеждает страсти. Вторая война – это уже война святости, когда дух святости, высший дух, побеждает разум вместе со страстями, берет их в плен, обращает их в свое войско и присоединяет их к себе. Ну вот как раз словом и можно разделить. А как можно разделить вот это, что вы рассказывали? Еще раз. Но я считаю, что слово как раз и для того и создано, чтобы мыслить, а не только общаться. И когда человек разделяет материальное с духовным, вот он словом и разделяет, размышляет об этом. У нас было здесь разделение материального с духовным на первой войне, не на второй. Вот не хватает действительно примеров, потому что... Примеры, если хотите, будем думать в чате, думайте сами, я сделаю домашнее, придумаю. Еще раз. Рад здесь говорит общие штрихи, общее направление. Примеры нужно думать. Но что у нас есть четко? У нас есть три уровня строения человека. Страсти... Это воображение и чувство, разум и высший дух. Три этажа. Они не живут в мире. Чтобы жить в мире, нужно сделать разделение бирур. По-простому они воюют. Первый этаж со вторым, и первый вместе со вторым с третьим. Победа тоже разная.
Победа первого этажа – держать страсти в узде, не давать им вырваться. Победа второго этажа, победа третьего этажа – это чтобы все здание работало вместе, как один организм. Это святость. Это, опять-таки, это общие штрихи. Примеров не хватает. Что я могу посоветовать? Ну, видимо, нужно выучить наш весь этот самый, там, это как бы одна глава, нужно выучить, как бы там, немножко до и после. Может быть, будут примеры, может быть, я сделаю твое домашнее задание, попробую поискать. Мне кажется, здесь менее важно, действительно, отсутствие примеров нам мешает в понимании, но мне кажется, примеры здесь, они не просто так менее важны. Более важное общее строение, и раз здесь сейчас сосредоточен на общем понимании, общие штрихи, как вообще работает, как душа человека выстроена, из чего она состоит, какие силы в ней действуют, и как это все одно с другим. Мы сказали Хабад, воцарить разум. Рав сразу же указывает, какой в этом недостаток. Хорошо, разум победил, и что мы имеем? Мы имеем современную цивилизацию, где разум объявлен высшим правителем. Ничего хорошего, господа, да? Опять-таки, мы уже битые в этом плане, мы это уже хорошо понимаем, прочувствуем. Ну, это как Рамбам говорит в Шманапраким, что в комплексе... Ну, ладно, не будем больше задавать. Есть предположение, что при победе разума человек не будет счастлив. А счастлив человек, когда его страсти как бы все-таки немного удовлетворены. Ну и поскольку мы уже преодолели какой-то этап, то нужно быть счастливым в рамках, ну, заповедей хотя бы. И тогда, наверное, какая-то гармония будет. Я говорю, ориентир должен быть. Как, почему мы должны это все разделить? Человек должен быть счастлив. Ради этого все делается. И не учитывая страстей тела, это невозможно. Разум, побеждая, не делает человека счастливым. Человек должен быть счастлив, это правильно. Это, безусловно, не высший этаж и не высшая цель. Но то, что, безусловно, верно, что человек как комплекс снизу доверху должен работать как единый механизм, не выбрасывая что-то. Все должно быть на единую цель. И, конечно, давайте так. Понятно же, да? Взять человека, отрезать у него воображение и чувства. Мы получим коллегу, морального в том числе. Но война, она разная. Первый этаж, действительно, разум, воображение и чувства в основном, они работают как движущая сила дурного начала, а потом их берем себе. И здесь у меня есть важное замечание, на этом я закончу. У меня ощущение, что эта война в душе человека происходит не только в душе человека, но также в душе человечества. И она также происходит во время человеческой истории. И если это так, мы сейчас занимаемся второй войной, а не первой. Человек как человечество уже прошло первую войну. И оно занимается сейчас второй. То, что человечество сегодня говорит... Разум – это высший судья. И война, которая происходит сегодня, как уровень развития уже человечества, не какого-то там высшего праведника, который там подбирается к пророчеству. А если посмотреть на это как на развитие человечества, то, безусловно, мы находимся на уровне уже войны святости, а не войны, будничной. Да? Когда именно... Разум развитый, это хорошо и правильно, его нужно просто сдвинуть с трона. Ему нужно понять, что выше него есть еще высший дух. И тогда все тело человечества начнет биться, как единое сердце. Большое спасибо. Добрый вечер. Да, спасибо, Лепнадо. Красиво закончил. Красиво.